наполняю воду из колодца, бочку. Сами копали колодец. Вот он, шланг. Вот стоишь тут, смотришь. Подошла кошка. Вот. Буска, Буска, где она бегает, а? Ой, Буска бегает где? Вот она где. Ну иди сюда, иди, иди скорее, Буска. Буска, Буска, беги скорее. И вот закатывается солнце. Тут шарик расправляется. Баранья ножка, наверное. И солнышко закатывается. Вот такой пейзаж. Это Потеряевки. Я маленько здесь на бугорок поднимаюсь, чтобы больше было видно. Там как бы туча скрывает. Такие закаты здесь чудесные. До самого горизонта. Это вот я за эти тополя выйду, дальше уже ничего нет. Вот это поля бывшая улица деревни, вторая улица. Тут план был на 720 человек. А уже через год ничего не осталось. Люди планируют так. И вот он, этот закат. Тут налево посмотришь, что теплица у Надежды Васильевны. Туалет. Баня. Гараж. Вот она уже почти наполнилась. Выходишь ночью, гуляешь, сон, звезды, полная тишина и безопасность. Ну, Бог милует, конечно. Приезжают воры иногда тут, соседи. Но вот сейчас тут что-то приструнили их или что. В последнее время, недели две, наверное, уже не воруют. А это вот ветла у нас стоит. Вот кое-что отпилили. Высокая такая. А это вот дальше у меня балерина стоит, трехэтажная. Балерина. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Вот, на первом этаже склады. На втором это тоже склады, но в основном бумажный отдел. 720 килограмм. Только разной прессы для потомков написано. Если сложить так газеты в развернутом виде, то 13 метров с половиной. И верхняя, там, где мне пришлось спать. Левая часть – это голубятня. А направо здесь я готовился к занятиям, к проповедям. Слева – это лабос. Продукты на железных ступенях. О! Все, пошло через край. Вот она бежит через край. Через край. Все. Можно выключать. Ну, иди сюда, Буска. Буска, иди сюда, скорее. Иди. То сейчас выключать буду. Иди скорее, иди. Буска, Буска. Маленький котенок, но так быстро растет. Буска, иди скорее. Вот она где. Это как, в городе выйдет кошка, пропала. Ну. Вот только я ее первый раз выпустил. Ну что, испугалась? А мамка где? Где она, мамка твоя? Вот она сидит. Зализывается. Видишь, какая... Вот так, неправильно, конечно, надо поддерживать, но тут, ввиду того, что снимаю. Вот она увидала мамку свою, увидала. Вот она к мамке пошла. Но Буска сидит. Вот она подбирается к мамке.
Вот она хорошая. Вот она как. Первый раз вышла сюда. Вот. А это, если электричества нет, лежит ворот. Ворот. Ведро привязываешь и начинаешь накручивать. Вот он какой ворот. А это мне с завода дали. Привезли пьяные, разгружали, сразу расколотили. Расколотили вот этот полтораметровые кольца. Вот так. Еще раз покажу на закат. Все. Солнце зашло за горизонт, похоже. Но так как тучи, то скрасило сегодня. А то пылает, в окнах как огонь светит. Все, Богу нашему слава во веки веков. Аминь.